Привет, с вами, как всегда, Невис, Габен и Томми. Сегодня мы в трио против складиков будем трио брать. Да, трио. Так, я двустволочку нашел и М-ку. О, М-ка. Рядом со мной палок. Калаш, нет, это... Дом зашел, двое около дома. Сейчас убьем. Я вырвал меня. Я очень лоу. С гранаты. О, это я был. Ты гранату кинул? У меня ТП хит, ребят, что такое? ТП хит, да, плохо. Бинты возьму, сейчас я тебе дам. Прячься. Окей, пистолет беру. Я чувака тоже докупил. Так, на эти бинты скинул. Спасибо. Там если... оружие было, там двухстолочка была, на сзади побежишь, если там налево завернешь. Так, где они? Прямо где домик ты, да? Чувак передо мной. У меня тут убивать саги. Помоги. Вырубил одного. Вырубил еще второй одного. Без этого оружия. Все, вы всех убили? Нет, еще есть. Кого? Это еще есть. У них есть аптечка? Дайте мне хотя бы дробовик. Сайга у самого. Сама сайга. Так. Больше никого не видел, слушай. Ой. Еще есть. Калаш вижу. Бери калаш. Что это? За забором. Дальний который? Понял. Воу. А. Убили? Он там, Лех. Обегущий. Я сейчас обегу его. Чувак, аптека. С дома. Из дома? Да. Их трое! Блядь, их четверо! Ползи. Двое. Братан! Ползи назад. Ползу. Да ладно, их там три сидит? Да. Блин, я забыл, мы же в этих группах. Манач, что? Три в доме? Да, в доме трое, прикинь, сидят. Выползай, у тебя дверь открыта, выползай, попробуй выползти. Я выползся уже, я на улице, я за домом. Я просадил, короче, парочку. Иду хлопать. Давай, сзади, со стороны забора пройди. Блин, один в доме. Лол, смотри на хп мой. Давай. Вышел, дверь открыли. Я бегу. Я только бегу, я не успею. Попробуй меня поднять, если дверь закрыта, не надо, подними меня лучше. Нет, она открыта. Блин, я его хиляю. Хиляй. Еще один в доме. Давай. Ща. В доме, около моей двери. Грену взял. Тихо. За забором есть? Все, убил? Еще один. Он вырубит. Убил! Найс. Красавцы. Да, 6 пуль у меня. Все? Да, боже, на крополях выжили. Просто вообще, красавцы. Ты видел, сколько мне хп было? У него есть аптечка. Поц, красава. А за запором, кстати, ты убил того? Да, я АФК что убил. Посмотри на нас, что лос. Жесть у всех. Просто посадить. Блин, вообще жесть. Просто... Поц, вообще. Ребята, лайк за это. Ребята, лайкусик вообще за это. Раскатали всех. Красавцы. Ой, тут скар у чувака. Бери скар, слушай. Возьму тут гасить. Прицела нету вообще. Слушай, может быть, в бункере есть? Ну, давайте в бункер, аккуратно. У нас жизни нету, блин, вообще капец. Давайте все пойдем. Ты меня напугал просто. Мы, кстати, так, прикинь... В доме трое было или четверо, я прям офигел. Мы так заходили. Вот так вот. Друг за дружки? А что такое? Тут залутано или что? Похоже на то, да? Короче, ясно. Ой, что это, магаз? Какой-то магазин. А, полмегасити кому-то нужен? Да, давай мне на сейве. Я калаш так возьму. Окей, я тогда двустволку беру. Давай, берите. Такс. Хила нет, сразу говорю, вообще не хила нету, слушай, предлагаю найти машину, если поблизости есть, и отправиться в какие-нибудь дома. Со стороны... И умереть от одного чувака, который нас всех с кулаков убьет, да? Да, с кулаков вполне. Слушай, тачки я не вижу, но и аптечек тоже. Окей, а этот... Проверяю. А бункер, о, не бункер, а... И зона еще не у нас, пацаны. Полигон, а, кстати, да. Мы это самое залутали нормально, нет? Ну... Слушай, Чё-то как-то пробегал, да. Там ничего не было. Со там такое, да. Блин. Главное, чтобы сейчас северную по мини начали стрелять. А вы хотите уже в ту сторону бежать? Может быть, в другую? Да, ребят, нигде машин нет, даже у северного. Давайте в обратную сторону побежим, или я не знаю, куда вообще. Зачем? Лучше. Не, нам нужно в этот бункер. Так, около дороги, наверное. Ну, хотя бы две аптечки сейчас найду. Давай. Хотя бы две аптечки. Весело, слушай. Блин, просто вообще ни шлема, ни рюкзака, ни фига. Дверь открыл. Я обошел, он чекал дверь, чтобы вы не зашли. А, ну вот видишь, да. А они там стоят, говорю, там без оружия даже некоторые были.
Я что-то вообще не понял, смотрю, там двое-трое что ли стоят, я что такое думаю, а почему они друг друга не бьют? Потом вспомнил, что мы же в складах, а тут как бы пати-то больше, чем два. Поэтому такое. Так, сейчас вообще в приоритете у нас аптечечки и бинтики. Бинтиков больше что-то нету. Начнем с того, что у нас сейчас все в приоритете. Да. Но ничего нет. Слушай, я не знаю насчет города, конечно, блин. Ребят, вообще ничего нет, ребят, абсолютно. Запылесосили все. Все запылесосили, да? Нет, не запылесосили. Хотя, возможно, да. Очень пусто. Конечно. Вот по одному одному. Дверь открыта в всех домиках. Ну все, значит, там есть. Ничего на дороге вообще. Не беги тогда туда, слышь. Я даже не знаю, куда нам. Давайте что ли в зону побежим просто. Пошли вверх, побежим, ту с правой стороны на ЕСП. Красивый бегая. Слушай, ты сейчас бежишь, у тебя двухстволка, ствол согнут. Сломан, да? Блин. Вот разрабы реально, PUBG, блин, вот вы что, серьезно, не можете починить уже данную, блин, фигню с анимацией? Уже сколько лет, сколько лет уж, хочу сказать, сколько, блин, это, времени? Сквозь стену можно смотреть, забыл. Сквозь стену можно смотреть. Сквозь стену, да. Ну это, пускай, ладно, не чинят. Мне понравилось, как моя... А знаешь, почему лоу хп у Никитка, но. У ГБ на нашего. Его прокоцали, да, когда он бежал ко мне? Нет, мне две гранаты. А, ты его двумя гранатами. А ты бинты мои... Ой, обнаружена задержка сети. Ты бинты-то залутал? Это одна была. Да, там ничего нет. Ага. Это была одна хрешка, если что. Сначала ты кинул свою, кинул. У меня, короче, было еще меньше, чем сейчас. Потом кинул еще один парень, и у меня еще меньше стало. Я видел, там гранаты начали закидывать вообще, да. Я хотел чувака вырубить, кстати. Я по нему попал, но я не знаю, сколько у него, такой малому. Я мог бы свою гранатку закинуть. Ребят, нам нужно левее бежать, нам нужна машина. Смотри, прямо дома есть, но, блин. Здесь домики сверху. Бегите к ним, бегите к этим домикам, я тогда левее. Кстати, а знаете, что стрёмно? Ну. Что, походу, они тоже в эти домики побежали. Могут, но надо лутаться, нам выбора нету. Как бы нас с пистолета по одному патрону простреляют, и мы пойдём. Нас сейчас зону убьет, мы даже добежать не успеем. А, зона уже пошла, кстати. Да, блин, слушай, зона сейчас правда убьет даже. Здесь может быть 150. Просто УАЗик стоит с открытым, кажется. Такое ощущение, как будто он приехал, слушай. Они здесь, они у нас, да. Он здесь не может стоять, пойди. Или... Как он стоит? Как он стоит, скажи? К дому вперед. Он так не стоит, ребят. Да, все это... Хотя... Что? Он не должен так нет, стоять. Нет, они здесь. Уверен? Может, просто возьмем УАЗ по-бырому? Давай. Попробуйте стырить. Давай, быстро. Садись. Газуй. Налево. Вниз. Блин. Давай быстрее за ним и в зону. Просто мчимся в зону. Гоняли, серьезно? Быстрее, да. Слушай, наверное, там никого нету просто. Может быть. Как-то я даже хз. Давай быстрее и поехали в зону, потому что не хочется реально тупо от зоны умереть. Так. Первый. А ты там лутаешься, да, значит? Вы, значит, бегите там в дома в какие-то, да? А я побегу. Пока там это. Давай быстрее, уходи. Побеби-ка его. Ничего нет, слышь. Давай. Даже не бинтов, не аптечки. Газуй. Газу сломанная дробь. Не садится просто. Просто едем. Тут три перса. Ты уже в бронике, окей. Я без касок, блин, без сумок. Нет, есть. Блин. А, у тебя и сумка есть. А, у Некита есть. Заметили ни одной машины, ребят? Ну да. А вы знаете, что сейчас, какой бы скорости было, чтобы не врелся, мы умираем моментально. Да, только. Ну, давай, ладно. Надо как-то кошку. Давай поменяй мозик. Ну кто, сука? Кто? А, что? Да кто-то пишет. И снова. И снова седая ночь. Вот сейчас попадаем под обстрел и good game will play. Жми правее. Правее, к домам, да? Да. Мотоцикл. Вот эту, кстати, можно было бы залутать. Не, лутать ничего нельзя, надо заехать в зону. В починке вряд ли. Блин, а ты прям через починки хочешь нас провести, да? Может, я ниже возьму. Да. Так, пожалуйста. Нет, мы так летели. А на чё я боюсь? Надо было два УАЗика взять. Помните, здесь некоторые текстуры, которые не прорисованы, которые можно врезаться. Вот я боюсь, если мы сейчас такую врежемся, скорее всего, у Никиты вообще лоу-купе останется, а мы с тобой в Ванёк упадём. Ну да, можем. Нами тут едет, или что это за... Не едут. Если за нами поедут, я тебе скажу. Потому что у тебя что-то какие-то артефакты со звуком. До этого чуваки ехали прям сзади нас. И ты что-то прям едешь и не видишь, не слышишь. Вчера, когда играл. Аккуратно, вот тут! Никита, когда играл вчера, я не слышал звуков, понимаешь? Ну понятно. А, дерево.
Сейчас точно умрем, точно умрем. Давай сюда, в дома. А, не в зоне, блин. Когда одно дерево закрывает другое. Да. Мы успеем, нет. Не успеем, надо в зоне. Дома в зоне, он тут нижние, дома в зоне, давай их залутаем. Так я к ним еду, я не хочу. Глянь, убивает осколочные гранаты. А, сам себя, видишь? Да, то есть, да, наверное, его Тиму убили. Да, Тиму убили его, скорее всего. Тиму убили, да. Вот, сюда лутаемся, давай. Молитесь, чтобы здесь никого не было. Очень плохие дома у меня с этими связаны, блин. Но тут вечно война идет. Да, нам с вами везет, кстати, на это. Дверь открыта, стой! Открыто, открыто. Да. Броник второго, лол. Либо здесь сидят, либо я хочу... Рюкзак второго, если что, здесь все есть. Пацаны. Уходим, уходим в эти дома. Садитесь быстрее ко мне. Точно? Там в туалете возьми, в домике второй рюкзак. Да садитесь уже быстрее, насрать на этот рюкзак. Погоди, надо взять. Сейчас надо взять. Ты пока покроль. Пока ты возьмешь, несё. Да быстренько смотри, опа, рюкзак. А вот и бронька подъехала даже, все. Вот и все. Ну, давай, погнали. Слушай, блин, уже дома залутали, зона, смотри, что съехала. Круто, можно сразу в Приморск ехать. Зона как-то прямо от нас прокает. Короче, го за аэродропом. Не-не-не-не, погоди, зачем? Давай залутаемся. Давай вот в эти дома. Вот, смотри, дома, давай в дома. Залутаем дома. Зачем аэродроп? Аэродроп сейчас будут пасти. Если эти дома открыты, впереди 100% открыты, и еще там, скорее всего, еще кто-то сидит до сих пор. Не, ну ехать тупо умирать, конечно, смысла нету. Зачем? Вначале неплохо вроде разыгрались. Давай. Просто таким ВП и никак. Еще один с гранаты сам себя убивает. Да, интересно. Ну, ребята фанятся, может быть. Ехали на 200. А, ребят. А, бен скончился. Круто! Бач. Тормози прям, прям вот тут. Нам прям, ничего не стало. Стоп, аирдроп прямо, что ли, он стоит дымится? Да, вон он приехали, видишь? Вадик там приехал, видишь? Да. И трактор тут еще стоит, блин. Слушай, вроде здесь не пролут. Двери закрыты. Вот и лутаемся. Не, нормально, вроде чисто. И сейчас такой я захожу, и такой меня убивает. Все хорошо, да. Да, три чувака, слышишь, такие сидят. Как сейчас. Гайс, нужны аптеки. Открывай ты дверь. Бля, дверь не открывает, ты прикинь. Какую дверь? Там двери нет, алло. Ты у меня... Тебе нужен портфель? Ты у меня в стенку Ванёк. Бежишь, погоди. А что? Ванёк, ты у меня тоже в стенку. Ты у меня просто стоишь вперёд, смотри. Простите. А ты у меня в стенку бежишь, в смысле, что такое? А ты стоишь у меня на месте, алло. А ты бежишь, и двери не открываются, короче. Сейчас тут такое лучший друг. Никита, у тебя что там, все встало и стоит сюда? Никита, у тебя там все нормально, у нас все встало. Ну, у Ванька, он просто стоит на месте для меня. А ты у меня бежишь, короче, просто в эту стену, просто... Подождите, стойте. Манач, что? Топли, он вообще на втором этаже, а ты на первом, что? Так, давайте попробую пострелять. Вот ты вот здесь. Ты не стреляешь. А Леон бегает там сверху. А Леон бегает? А у меня патрон, слушай, один стрельнулся, и перезарядка не идет, короче. У тебя, кажись, лаги. Леон, смотри, вот я около тебя сейчас, смотри. Да тебя-то я вижу. Ты видишь его, о чем я? Погоди, может... Вот он, я вижу, ты прыгаешь, выспрыгнул. Да. Во, прогрузился, слушай, все, во. Все, да, нормально. Охеренно ты такой, во, прогрузился, по нам выстрелил. Да ладно. Ах, да, ты нет. Сейчас. Во, сейчас у меня, слушай, прогрузился, вот я бегаю, че за бред? Так, все, я захилялся. Я третьего шлем нашел. Слушай, а ты у меня тут в доме уже все залутал, тоже запылесосил все, да? Вон он стоит, пылесос, блин. Ёптана. Ванёк, иди сюда, Ванёк, сейчас бинты тебе дам. Ну, давай, бинты, сгорей, чего-нибудь. Ты помнишь, да, как правильно нужно хиляться? Да. А я-то то-то думаю, что же это у меня все встало-то, игра специально. Тут М-ка есть еще. М-ка давай возьму. А нет, у меня мини. Я могу тебе даже полнегаситель скинуть. Не, у меня мини 14, мне бы... Сейчас тебе патроны. Не, пятерки есть, нормально. Все, тебе патроны нужны? А, все, хорошо. Нормально. Ванёк, тебе 2х нужен? Давай, 2х, да, все, давай, все, что тебе не нужно, а мне есть нужно. Кого-нибудь климатом? Или килограмм? Ванёк, Сань, иди сюда. А эти как они, бинты, да. Спасибо. Бинты. А, бинты. Давай. Заходи в дом, хилясь. Да, надо. Все, так, все, я в туалете, короче, мне не беспокоит. Когда третий тик идет, ты хиляешься, понял? Да, я знаю, я помню, конечно. Че, можно потихоньку ехать уже в зону? Я бензин где-то видел. Да, кстати, тоже мелькал. Слушай, я тоже. Все одновременно. Так, раз. В дом, быстрее, в дом. В доме был. Ребята, мне чуть-чуть осталось 2 бинта. Сейчас.
У меня в доме был, Ванёк, метку бери, пожалуйста. У меня метка стоит, разве? Да. А, ну ща. Канистра точно где-то была, я это помню. Надо вернуться, сейчас прочекать, все просто. Так, бинты закинул все, которые были. Я отлично. Ой. Канистру ищите, давайте. А может в ангаре вообще нет? Не, в ангаре я был. Ой, слушай, как-то да. Так, с отличной потрошки есть. И сейчас прицельчик. Сейчас уже хороший дроп. Только нету хилок. Ну да. Слушай, что-то нету, слышишь? Блин, этого. Ну нам все равно около зоны практически. Нет, ну нам бежать, конечно, это вообще не круто. У меня канистра есть. Лол, все, да. Боже, земля мне пухом. Я такой бегаю, ищу канистру, а я ее, оказывается, подобрал, ты когда ее... только приехал. А ты ее запылесосил первым делом, ну понятно. Давай, зона уже близко. Зона близко. Оу, я бегу. Мне не нужно, чтобы она меня накоцала. Кончилось топливо, управление у вас написано. Так, давай-ка сейчас в следующий дома поедем, и там уже... Садись. Заправляй тачку-то. Я уже это сделал. Давай. Нам бы понять теперь, где зона сейчас будет. Приморский. Ну, скорее всего, да, она сместится, уйдет вниз. А может, кстати, и в карьер, который повыше. Как же я не хочу мимо этого ехать, давайте по дороге поедем сейчас. Давай. Блин, а сейчас зона, смотри, наверх, опа, такая. Не, будет вообще не круто. Не, ну мы даем, нам хватит. Я просто не хочу сейчас там ехать по полю, я лучше. Хотя по горе тоже вообще не круто. Сейчас один чувак может зажать просто очень хорошо и... Не, сейчас более-менее, но все равно без брони. Давай дам домики лутать все подряд, слушай. Да не про... подряд, это... Ну просто посмотреть, поехали поближе. Так, вот. Ну по пути поехали влево, да, давай сюда, да. Вот. Я просто знаю, что здесь есть. Стреляй здесь. Давай ворвемся. Вон они, я их вижу. Где, в каком доме? Около заборика, там на 285, правда, да. Вон они. Около красного. Да. О, они там стреляются, слышишь? Пускай, сейчас. Под шумок, может. Да? Да, пошли. Пока аирдроп, быстрей. Ну за мной, куда вы пошли? Мы с Илюхой с другой стороны, иди там. Каким Илюхой? Что, простите? Два аирдропа. С Никитом! Вырубил одного. А? Аккурат. Сори, Никита, перепутал. Тихо. В доме, что ли, в этом большом? В красном. А, в красном. Да, около стены, прям самое правое окно. Самое правое окно, ребят. Видел дуло просто. Вон, вижу, да, морда. Один ползает здесь где-то. В домике прям под сидит, в этом, в красном. Да, один ползает. Гранаты есть, конечно, сейчас кину, погоди. Давай. Вот, один в туалете домика. Да? Да, в туалете домика. Вырубил одного в туалете. Аккуратно, граната была. Не пушь его, я ему гранат кидаю. Он на кухне. Вижу его, вроде, слушай. Убил одного. Аккуратно. Один в туалете. А, я вырубил? Что? Ой. Что творите, ребята? Все нормально. Можно я возьму, вот. А! Потом энергетики мне. Запылесосили, все нормально. Ага, 8 их забрали, окей. Кто, 8x? Не, я 2x только взял, если что. Не, я там 8x забрал. Я взял. Ну пускай, надо, а конечно, на что? Пускай. У него сайга вроде, ну ладно. Нормально, хорош. А, броня. У меня просто ничего нету никакого, ну как бы, на дальнего ничего такого, кроме скара. Магазин быстрого доступа, СР. Блин, а что по броне нифига нету? А есть какой-нибудь компенсатор на СР, ребят? Один есть, но он используется, к сожалению. У меня ни каски, ничего нету вообще. Да? 4x подберите здесь, ладно. Давай я возьму. Слушай, давай 8, я 4x возьму, а тебе 8. На что мне? Поздно. Нету. Только если я миник заберу. Скиньте, Леон, ты брал энергетики. Нате 2x. А, сейчас. А бинты есть у кого? Бинты там есть? Так, сейчас смотри, энергетик, погоди. Дай я скину вам. Ой. А как скинуть? Я забыл. Контур. Ты можешь мне 8x дать? Вот, я вам могу скинуть на юмку. Дай мне 8x, пожалуйста. Энергетику. Так у меня тоже на СКС. Да, у меня мини 14-4x, ребят, лишнего нет, к сожалению. Сори. А, понятно. Ладно, вторая беру юмп обратно. У меня 4x. 2x нужен только кому? Могу 2x дать. Тихо. Машина. К нам едет. Да. Не влезаем сразу. Около дороги, вон. Давай стреляем! О, колеса!
вырубил одного. Попал. Притормозили. Мочи, просто мочи их, тачку. У меня прям здесь, ребят. Вырубил еще одного. Почти. Убил, почти, я его накалил там, блин. Мы всех убили? Гайс. Они болтали аэродроп, Леон. Мы да затащим. У меня глушак. А почему у меня стримит? Шлем второго, коряк, Леон. Можно я коряк возьму? Да бери быстрее уже, что ты спрашиваешь, лутайтесь. Ладно, ребят, играйте пока, сейчас я приду. Не, у тебя больше, ну ладно, такое. Сейчас, Леон, я возьму. Я верю, что у нас... Ну, я... Леон, это великолепно, мы можем стащить. Согласен. У него пулемет, мне пулемет брать? Да, я пулемет возьму, я беру пулемет. Да, я тогда жестко тащил с пулеметика. Вторая патрошки забираю у него. Дыхна патрон меня. Блин, коряк, все, братан. Все великолепно. Просто тащи. Просто тащи. У меня коряк, коряк, 8х, М-ка с глушаком. Манать. Ну на М-ке только 2х. Валим отсюда, чувак, валим отсюда. Надо сейвить этот дрон только просто. Больку юзану. И шприц с энергетиком могу тебе, кстати, скинуть. С адреналином, может, имел в виду. Ой, с энергетиком. Как я вырубил по дороге это. Боже, ну это рандом на самом-то деле. Че, будем. Пошли на УАЗике уедем. Только не на них. И горит. Поехали. Да я понял, сейчас. Или можем при... Нет, далеко. Блин, конечно, жалко. Ванька убивает, да, я через секунду убиваю. Сейчас, сейчас. Да я видел, да. Просто через секунду убиваю. Алло, сейчас я закончу и погнали. А, я сбросил. Ладно. Манать, у тебя и М-ка, и Скар, и коряк, и коряк. О, в руке. В руке, в одной. А. Нормально, я Рэмбо. У меня руки вспотели, блин, сейчас. Они пролутали аэродроп просто, ребята, принесли. Я пулемет беру, садись. Ты видишь, там лодка? Быстрее садись. Там канистру у кого-то из них была. Мы, наверное, не доедем с тобой. Хотя... Не, доедем. 20 секунд, 20 секунд. Можешь... Я надеюсь, что мы доедем. Да, мы доезжаем, доедем, нам конечно. Но, блин... Чувак, мало человек. Ты видишь, да, где аэродроп упал? Капец. Они этот аэродроп пролутали, хочешь ты? Ну, блин, так они же даже не останавливались не... здесь. Не, они медленно потом ехали. Они двигания разогнаться не успели. Почему мы по ним все-таки попадали? Чувак, молись, чтобы сейчас зона не сместилась туда на горку. Потому что мы с ним уходим. На горке остановиться как. А, ну ладно, давай в домик засядем. Уверен, что в этот? Да. Нет, с другой. Правый, правый. Они прям в этом. В этом. Да. В домике. Какой он косой просто! В трехэтажный пошли. Он спрыгнул вроде. Я кого-то снизу слышал. Заходи быстрее. Все отлично. А, чтобы здесь никого не было. Че, сейчас Луцецкого нормально там залутали с тех? Почечную тебе скинул. Почечную тебе скинул. Просто великолепно. У нас такой охрененный дроп, серьезно. А че там с этого упало? С аирдропа. С аирдропа ничего там, мы. Они. У меня энергетик, шприц, 8х. Коряк. Тихо, ты не бегай так. Не бегай, главное. Меня могут так с холмик убить. Точно. Ляг так, чтобы тебя там видно не было. Потому что он в соседнем доме, как крышу, то мы то нету. Я к тебе лягу сейчас, меня видно со всех сторон. Я к тебе ложусь. Надо было в трехэтажном, в тот, который около горы. Поднимите, пожалуйста. Это просто будет еще с горки видно. Да. Мне показалось ли только что вот в этом... Нет. Слушай, нет. Мне уже все кажется. Поцы, бойца потеряли. Да блин, понимаешь, что я через секунду успел... Да, а как он так быстро-то начал по мне пылесосить-то вообще? Сказали бы, что он у вас забором, я не мог... Не один, их там было несколько, их там трое было или двое. Я одного повалил, а на второго мне просто патронов не хватило в сайге. Я вырубил одного по дороге, когда не высадить, я вырубил второго, ты вырубаешь еще одного, и я смотрю, думаю, в чем мы всех убили, потом прыгнули. Могли бы еще лучше сделать, взорвать вообще УАЗик, он дымился очень жестко сильно. Да, но блин... Ну нормально, ладно, класс, давай. Сколько киллов-то у кого? У меня 3. 4. 6. Кросс. Давай, ребят, тащите, сейчас подойду. Монатический прогрессив. Да. Прогрессив. 3, 4, 6. Я никого на холмике не вижу. То есть на 15. Там должны быть. По идее. Хотя там, наверное, все, да, вот здесь вот. В этой части. Ну, на самом деле, смотри, если перед нами это один,
Ванёк, видишь, мы вот в этом доме, короче, вот в этом. Он отошел, он отошел. Собира... Блин, ты понимаешь, мы вот собирались вот в этот домик сесть. Да, тот да, парень, да. Который... Он ни разу не попал, он по тебе палил. Да, да, он не попал. Ни разу не попал. Он, я даже дальше я бежал, он не он и по тебе не попал. Нет, он не стрелял по мне, понимаешь? Я прям... А, по мне начал стрелял? Он при тебе продолжал стрелять, он вообще на меня не откликался. Чувак, ну если он один стрелялся, мне кажется, он один. Хотя, блин. Может быть, просто места не было, чтобы постреляться. Слушай, может мне стать чекнуть трехэтажку, то нет? Не-не-не. Ну, слушай, дорогу. Я с пулемета сейчас вообще я могу развалить просто... А еще у тебя пулемет и скары, и да? И скар, да-да. У меня скары в фулл обвесы, как у тебя. Только у меня каска, чувак, 48, понимаешь, да? Что мне в каску нет. Сейчас пистолет... Пистолеты выстрелил. Слушай, а там вроде первая каска была на первом этаже, нет? Я хз, я боюсь проверять. Чек. А, в нашем домике? Да. А, ну почекай. Я просто, может... Прекрасно. Не придал этому значения. Да, вот шлем первый, даже здесь валяется. А, я иду, все, иду. На втором. Да, что-то я забыл про него. Он-то больше выдает 80. Ну, слушай, мы в теории, мы в хорошем положении, но... Мы в самом лучшем на этом сервере. Жопа. В смысле положения по луту. Да. Это... Стреляется, может, гора, даже... гора, как да. Ты и сказал. УАЗик, где наш стоит? Не надо УАЗик. Он не нужен. Ты хочешь пешком? Да, такая маленькая зона, зачем УАЗик? Чувак, мы пешком нас убьют. Мы не дойдем пешком. А блин, там УАЗик так плохо стоит. А я не знаю, к нам бежать, чувак. У нас зона. Ну попробуем, давай. Уже? Давай энергосы хотя бы привязаем. Стой. Зачем? Да не надо. Пошли сейчас. Быстрее. Да... А, я понял, откуда он стрелял. Иди ко мне быстро. Садись. Почему присесть так долго садится? Да, до свидания. А? Ты забежал? А можно вопрос, почему все по нам стреляют? С трехэтажки стреляли? Братан, откуда стреляли? Алло? Чувака вижу! Ща, Лен, ща, я с тобой... Они молот перекидывают! Окей. В трехэтажном домике на первом двое. Я одному в голову дал и в тело. Он вообще нулё, вон он бегает. Да ладно! Ну ты чё? Жесть. Мы лакеры с тобой. Сейчас все к нам с тобой побегут. Оу. Через дорогу перебегай! Вырубил. Второй этаж. Отойди. Все, сорян, сейчас я тут. Окей. Я видел. Я не знаю, ты видел, как я промазал? Я вообще... Как это? Невозможно. Я вроде в голову ровно. Вон он, на втором. И на первом. Там упал один. Попал по одному. Там отойди, дома. Блин, братан, ну ты не становись так, зайди в ту комнату. Там за домиком их. Близко, за так не стой как один. Домиком один, на N и в домике. Дверь открыл. Побежал, вышел тихо. Один. Да, сейчас побежит. Он вышел, убил. Один уже вышел. Он Сузи убил, я видел. Братан, уже один вышел. Там еще в домике, Первый этаж. Да, видел, вышел. Тихо. Он к нам. Дай. Он за деревом. А, понял. Упали. За будкой. Херяюсь. Убил еще одного. Найс. Что со мной такое? Я сейчас... У меня эффект дежавю. У меня сейчас эффект дежавю, реально. Тихо. У нас как будто уже трехэтажный дом. Сейчас побежит оттуда. М-ку бери сейчас быстро ко мне. М-ку бери. Взял? Взял. Сейчас побежит, готовься. Либо справа, либо слева. Я слева окна. Побежал!
Серьезно? Попал. У него ВМ, чувак. У него ВМ. Что это такое? Он смотри, там, он бежит. Красава. Переезжаю. В домике где-то на НВ. Вот здесь, в нашем соседнем, наверное. У нас зона. Да. Да. Лол. О май гад. Все, их три. Да. Против нас склад, чувак. Тащим. Здесь есть первый шлем? Первый шлем есть? Нет, мне бы самому. У меня нулевый. Я тоже. Это жесть, чувак. Зона у нас, да? Нет? Да, 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 у нас. Да, они должны быть. Да, да, я могу на первый пойти. Нам нужно как-то на улицу выйти и с улицы хреначить. На второй этаж, про правое окно. Правое, видишь? Правое окошко, только что вылез из него. Не вылезай, пожалуйста. Один бежит! Не-не, слева сидит, слева сидит. Я на первый. Да! Под домом. Под дом уже? Да, он уже вышел один. С левой стороны на 300. И на втором. Попал! Что? Вырубил двоих! Пошли пушить! Выходи, выходи, выходи! Он здесь слева! Красава! Люблю! Просто люблю! Боже!